проверку готовности для того, чтобы посмотреть, кого стоит суммонить, а кого нет. А то люди в АФК, они не примут суммон как бы. Подойду. Вроде все тут. Ну чё, вар, погнали. Покажем класс. Идем 3-6 туда, в Каниксе прямо. Заканчивай трэш, я пока хаваю. Пусть фреш на второе окно зайдет, затем. Пускай, пускай. Пока бьем трэш, пускай заходит. Уже его не убил? Нет. Вообще идеально. Прикиньте, за 3 минуты челики на 4 этаж подняли. 360 килограмм. Так это что, профессионал? Профессионал. Это как пройти целка за 1,5 часа. Целка это профессионал. Моба забирать из чего надо. Товар меня не страхует. Буду хавы. Точит во время ртенга. Надо одной рукой точить, а второй нажимать кнопки. Давайте шкаф с алюмином будет по деньги. Девочка беспонтовая говорит так часто. Блин, вот мобов били, и то пришлось тотем ставить, иначе бы просело. Какой ужас. Одевай, одевай Рестаршаму. Да я так-то не рассчитывала им в серьезные рейды ходить. Я вот для РБК делала. Вот теперь будем смог тебе давать. Я Майнелем, пощадите! Нет, пощады не будет. Тут не щадят. Я он холит.
И что теперь бегают танки? Ну, видите, если танков хилов не будет, то просто рейдов не будет. Вы это должны понимать. Вы это просто понимаете. И люди есть, которые танчат очень много, они устали уже. Нужно, чтобы люди менялись хотя бы. Я одену танк. Так. Еще чуть-чуть. По бафу мне ничего не говорил, значит давайте. Я Вальтер, кулаки Вальтер. Кулаки, пан, каски, медвые кресты. Так проще будет. Принимайте чуван, финка, бычья голова. Подожди, стоп, там еще кто-то что-то хочет. Вагон. Павел, по себе каску дайте. Пусть хоть 3 КДПС она дает этот вагон. Так, филдшар, ты сможешь поставить? Сейчас, хотя... подожди, сейчас еще одного сурманем и все. Ладно, пускай на пати хилов таком ставит. У меня антифиры там куда. Мы в гру магию. Эфиры покидаю, что нет. Тотем трепета, найди в книжке заклинаний. Господи, да у меня эфира под рукой. Ну вот, когда босс приземлится, он будет периодически эфирять весь рейд. Ты будешь освобождать... Я знаю, я 262, я много раз была на охоте. Ну вот, видишь, уже половину скиллов за хила знает. Блин. Ты к этим смог? Дайте шкаф. Давайте. Шкаф вот стоит на выходе или на входе. Желание есть потом убить профессора в десятке целка. У меня КД есть на него. Я бы хотел убить его, я не знаю, как ты прав. Я усну, наверное, чек на пол. Давайте быстрее это делать, все. Час 10 времени нам и все. На боковое. Чулан. Погнали. Поехали. Тут на взлете трэш будет бежать, да? Угу. Что-то этот Медвей на третьем месте. Влад, не позорь его. Пан вообще крутой игрок. О господи, что это было? Кто-то нажал там? Чешо. Чешо. Я же сплю, я же могу так не успеть. Сдохли 10 человек от рассекающего. ДПС у РДДшников говно. Готовимся, будет 10 призывов Аникси, 10 дракончиков, 10 волн дракончиков и 20 волн больше. Я в анхолики их залил, остальные пусть побольшим играют. Ну это круто, но у нас РДДшников. Чулан, Кунфирский, Джованни, Кортей и все. Так, я на больших. Про товар, Вазелин, ты тут? Да. Ты на маленьких. Где ты? Ниже. Большой уж. Thank you.
короче, отключил активацию голоса, но все равно продолжаю пиздеть без нажимания кнопки. Фанатический войт. А чё, Геры не будет? Я думаю, не стоит. В конце дадим. Её хранить для чего? Не знаю, но тут так мало РГДшников, что профита вообще не будет. На второй фазе хоть хилы будут побыстрее заходить. Надо было меня хоть на луне в РГД. Так, а, нет, ты смотри. По диагонали идет он как-то. Отбегите. Хорош. Большого забирай. Да я это заберу. Дыхание по центру отбежали. Фаза 3. Опа. Вставай, фишар. Вспышка, отбежали. Так, первый антифир, бычья голова на Войда. Добиваем большого. Забрать большого с тебя. Ну, можешь. Только разверни его ментал. Разверни боком. Там уже убило кого-то. Вот этот... Взрыв от большого отца. Бьем, бьем босса. Геру руб. Да, конечно, Геру руб. Шаман. Секунду. Захиливайтесь как-нибудь. Так. Випка поднимай. Юка, Юка, Филшар. Продолжаем бить. Захиливаем себя. Чулан, поднимай Фильку. Випка, поднимай Юка, Юка, Филшар. Прием, 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 прием. Раз, два, три, раз, два, три. Слышно? Напишите в рейдовый чат. Випка, поднимай Юка. Чулан уже поднял, а Випка еще никого не поднял. Юка, Филшар, шамана. После страха. Давай быстрее Фишара поднимайте. Да, сейчас найду. У тебя воду нет, Юка. Буду показывать стрелочки, куда бежать, где тело лежит. Нет, через свободу. Наконец-то. Так. Чем ты переадо? Вар, зачем ты это сделал? Взлекух. Войт забрал. Вар, ты тут? На том, говорю, юзу и, блять, вот на этот ебаный, на том красный, блять. Вазелин, ты тут? Да, я здесь. Зачем ты там нажал? Я тебе вот еще раз я тебе объясняю. На дом юзую, на том красный, вот, на том эти, блять, маленький. Понял, что? У тебя какой-то обоссанный аддон стоит? Походу. И он почему-то сам вот. Реланик. Никогда не тыкай ничего не в красное, не тыкай там в аддоне ни в каком. Ну я тут, у меня тут аддоны. Ники, я смотрю на командра просто. Ладно, я понял. Не, я тебе даю совет. Послушай человека, который танчит за всех танков на этом аддоне. Удали все это говно и никогда больше не устанавливай никакие аддоны. Понимаешь? Вот это все тыкание должно происходить так. Ты нажал кнопку Tab,
В ней высветилось дракончик Аниксии. Тогда только на панели на циферке 1, надставленный там, ты нажимаешь его. Чтоб такого не происходило, а то будут происходить таунты Синдрагос, Халиона и Аниксии, и они будут дыхание давать в рейд, и будет вайп, понимаешь? Эти аддоны до добра не доводят. Никогда вопрос такого не было. Сюжет аддонов. Просто, ну, не знаю, либо ты протупил, либо это аддон тупой. Просто удали аддон и делай мануал. Мануал вручную. Летим в испытание крестоносца. Так, ну Юка, теперь можешь в сову. Шук уже тут уже очень много, сейчас посмотрим. Да, в сову. Фафнирский, ты в этом ШП, если что. Я не могу, я легну, если возьмете только на грульмагиком. Не понял. У меня брат кулдаун повесил. На ик? Да, на 25-ку только что прошел. Хорошо. Стой где-то у камня на груле, пока мы... Да, сейчас. Два хулипуста, ДЦ, Шам, Эрдрю, нормально. На груля идти, да? Да, мы после Ика пойдем на груля. Не знаю, где бабок взять, отваливать на эти сокеты, как они, ну вот этот в голову, короче, мглистый алмаз, который на танка, который дает 4% брони. Они лучше ли взять, который уменьшает на 4% магический урон? Да, я сомневаюсь, что лучше. Ну, где, например, где ты такого босса найдешь, на котором это будет иметь смысл? Мне кажется, каждый второй. Ну, например. Я открою секрет. Топовые боссы этого контента, Синдрагоса, Халион, Лич, убивают автоатакой. Ну, они убивают дыханием или магией, но... бьют за бой так редко по танку магии, что смысла от этих 2% от 4% не будет вообще. А от брони будет. Лич убивает автоатакой ножницы душ. После тика ножницы душ, когда заканчивается дебаф. Автоатака вам за 5 секунд наносит от 4 до 5 ударов. Если 4 удара танк не может уклониться или парировать, он все 4 получит, а там тычки по 30 тысяч. Это просто смерть любому танку. Без пружинки. Без хила. Это физический урон. Время АФКшных минут 5 есть. Как твой ник? Безлин. Ну ты странный челик. Зачем тебе АФК? Тарелку пойди помыть. Пожалуйста. Давай ты помоешь тарелку, когда мы будем лететь на груль, на груля. Или тебе прям сейчас надо ее помыть? Я потерплю, не знаю. Чего? Я потерплю. Ну да, потому что сейчас мы будем бить, гулять босса. Тебе надо танчить. Не, ну если тарелка с подгречки, я бы понял бы. Фафнирский, ты тут? Фафнирский, так я вижу, у тебя нет КД. Странно, да? У тебя, наверное, нет КД. Финки. Ну ладно,
тогда что получается? Варшок, ты тут? Где вы все, я не понимаю. Я на грулях. Варшок. Юка в хила тогда. Значит, Вазелин, ничего не таунтишь первый босс. На втором боссе чи на червяках. Танчишь червяка, который с хвостом на земле. Тот, который будет власть из-под земли, такой... Ты скажи проще, он первый вылезет или второй? Первый вылезет червяк, у него хвост на земле находится. Червяки меняются фазами, у них есть с хвостом под землей фаза и с хвостом на земле. Вот как у моего Наги, видишь? Есть подземная и наземная фаза. В разных фазах разные способности. Одни огненные, одни ядовитые, там, токсичные. Из самых глубоких и темных пещер грозовой беды. Да, боссы зарываются, они меняют фазу. Тот, что был с хвостом на земле, станет с хвостом под землей. У него сменится способность. Это вот их соло останется. Да. Чтоб дебаф не вышел с ним в танк. Когда босс умрет, кинешь на меня бог. Давай, кидай. На пульс тоже. Да куда ж ты отходишь? Да твоего босса не будут бить. Не будут бить того, кто вылезет из-под земли. Вот этого. Череп бьем, бьем босс. Бьете? Угу. Блять. Ну ничего. Значит, подбегайте. Ой, бля. Этот самый. Что, кончится дебаф? Короче. Бейте босса быстрее, сейчас я в заморозке стою. Еще раз. Вазелин, кидай. Двое возле. Нем дебаф висит. Вазелин, беги ко мне. Где ты? Ебать. А хуй знает, вот крестик на себя поставил, беги сюда. Бегу. Хорош. Разморозится наконец-то. Убейте этого дурака. Вот. Теперь словите между собой рейндж, хилы и милики. Под боссом остаются только Мидвей, Тван, не сдохнут. Ну и Валтер пускай. Остальные милики, уйдите в рейндж. Идет плевок. Плевок кинулся на трех людей. Словите между собой рейндж. Пока что подбегайте, бейте. Может быть будет второй плевок, не знаю. Мы бьем босса в шок, если что. Я знаю, извиняюсь, вообще пиздец. Наземная фаза, внимание, под босса будет кидаться лужа на этой фазе. Еще он дает конусное АОЕ, поэтому перед его мордой только там стоит. Лужа проводить. Конусное АОЕ не успел дать. Так отойдите от меня. Ну
Мы Груль Магик Гер пойдем? Нет, ты с чего это взял? А Лилу что, в хиле? Да. 6 хилов, да, идем? Ну, там слабенький хил, 750 хпс. Ты говорил, вроде кот это. Ну, говорит, забыла. Это девочка? Такой же страшный босс, да? Видите его пасть? Ужасно. Спускайте следующего. Надо кому-то на танка. Да нет, нам нужна сова. Юка, давай в сову. Филшар, остаешься в хиле. Варшок там просит суман. Ну я, в принципе, уже почти долетел. Вы запустили босса, я не могу понять. Раз, два, три. Босс запустился. Прием. Запустили. Вот, теперь запустился. Вот тут забираю шмотки, вы запустили босса уже давно. Вот это надо кому-то. Ну, ты не планировала, но я же объясняю, надо развиваться, это важно. Тогда все дороги будут открыты, не только для тебя, но и для статика, для гильдии. Представь себе ситуацию, сейчас если убрать из рейда всех хилов и танков, что будет? Ну, просто не будет рейда, вот и все. Когда я закончу, появится грозный демон. Просто я не вижу смысла сейчас позориться этим шамом, когда у меня хороший ДПС достаточно. Да нет, это сейчас не важно. Шам нужен. Нужен щиток на танке. Нужны цепочки. Больно там он много дает. Но здесь не нужно столько хилов в любом случае. Там нормальные хилы, там Юка в сове. У вас всего лишь 4 хилов. Ну вот ты говоришь нормальные хилы, а зачем я тогда с моим унизительным ХПС? Ну, лучше бы я ДПС дал. Я не знаю, я тебе еще раз говорю, ты в хиле. Что сложно понять это? Эридарский повелитель пылающего легиона. Сейчас я заберу у тебя. Я на проститутках есть? Ага. Стаки крадет с босса. 5 стаков. Никто не крадет. Раз, два. Так не должно быть.
Портсей 5 диспелов. Этмирский 2, Ашок 1. Филшар, беги, на тебе зеленая лужа. Черепок. Захиливаем. Захиливаем. А уешим инфернала под босса подводит. Не уешим. Да их забанить. Не надо ничего банить. Просто наносите урон, когда у них 100 тысяч хп. Микстурка, ты в луже. Мелизона все в луже. А уешим по инферналам. Потом спокойно набиваем босса. Захиливаем черепок. Ну этого моба уже под босса можно подводить, просто добивать босса. В итоге маг своровал 5, Афмирский заспылил 12 стаков с босса. Хардслей, Кинг, Гиси, вы тут? Вы в дискорде? Какие у тебя проблемы, Хардслей, Хардслей? Вот это, что у тебя за проблемы? Хардисей. А не Хардисей. На боссе есть 10 стаков, тебе их нужно воровать. Способность Чирократ. Ты знаешь об этом? Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордой. От босса отошли, тотемы поубирали все, давайте быстрее. Чернокнижник заигрался и поплатился. Надо воровать, потому что если не воровать, то урон. Не воруйте, у тебя ДПС повышается, у тебя личный маг. Хилы. Ой, давай, смотри, отходи. Чё там? Вроде запустили или нет? Вы не запускаете. Блин, никто еще не запустил вообще. Соединитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Так. Они пытались нас... Пан сразу в танка. Я требую справедливости. Тирион, и микстурка в танк. Твоим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Улипало, рогов посади двух, они все косты нахрен собьют, их хоть дамажить будут.
Давай я звезду притяну, ты в рейд затянешь. Точный диспайл. Дайте присты по мне кто-нибудь, спасибо. ШП, диспельте кружок. Или шаманы в бюджете. Леку. Крест играйте. Крест. Убили. Сама здесь спал.
по шаману Иннер, дайте. Я держу. Он убегает так не будет. Ману, спойте, пожалуйста, кто-нибудь. Беги, малышка, беги! Они на меня повод дали. Диспельте с варшока кто-нибудь. Да я в овце бегаю. Пусть тебя в пусть диспелят. Снельский, зачитай гимн на ману. Дитспел. Куваровский, он на дисбеле. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Пала каску по себе дайте. Вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязание начнется. Тотема уберите, уберите тотема. На центре стоят. Быстрей. Лена, Филшар, тотем убери. Так, ну ты сейчас сам двоих проведешь, я у тебя сагу. Блять, промах. Нормально.
Да, Боб пройдет, я умру. Где он лазит? Я не вижу. А, меня убили, закинули. Ага, там пошел. Еще один баян. Закидывают сразу. Бесплатно нам окно сдают, чё б не взять-то? Ой, спасибо. Светлую. Череп ровлю. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов. Так, Войт, это еще работает ли два из Еры и из обычки? Если нет, отдаю второму паролу. Я тебе говорю, вот специально стоял, не давал его, ждал. Думаю, наберут побольше, чтоб, ну, дольше все было. Че, чуванч, я на тебя два макроса написал. Я просто на циркуль так головой не рвал, понимаешь, Войт? А тут прям вот так вот. А у тебя талант вкачан? Удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки. Нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Убивать, так ты одного будешь забирать под босса, и я одного там. Все, я понял.
Так, вот это твоя лут? Уведи на другую, уведи на другую. Здорово. Быстрее уводи. Стан не давайте, пусть ведет. Не давайте. Давайте быстрее 14 секунд поможем. Забирай вот это. Редер вам на портал прыгнет. Че, убили? Нет, оно больше нет. Ну ты мне можешь дать этого вот помощника, я тут присмотрю с парня. Пуга возьму какого-то на смотр. Каплю, да. На СБЗ меч. Броню выстали. Не так. Чуть-чуть держите танков и метки. На фул рейд стоит. Чуть-чуть отпустите, пару секунд не хильте. Да просто танка одного держите. Зачем он второго держать? Показывает свой ДПС. 5 света. О, сразу. Так, что за сумонти, я пойду ехать помой, посуду. Да
Добро пожаловать на Деркуля. Допущены лишь самые сильные... Да на Дуркли все убивали. Мы в числе избранных. Кому интересно, два выбора пашут, отдавать не буду. Все зависит, у кого какая работа. А когда работа безответственная, это заебись. Заебись, Бокрус, залетел, бля. Ну ладно. Да чё-то он не захотел. О, Трини добавили новое, донат-шоп.
Сколько, что ли, получается? И не новые добавили в магазин. Они вроде как соков в этом, с этой, с чувихи падают, на которой мы последнюю ходили. Как его там зовут? Как раз Мидвей хотел, чтобы тринка какая-нибудь упала на кого-нибудь топовое. Вот их добавили. Да сука, тыкните, вы, блядь, ебали уже. Так, фельдшер, не девочка, это... Зелень, ты тут? Да, я. Почему не девочка? Ты зачем меня сейчас обидел? Я имею в виду такая каменная чуиха. Как стали у этого ебёшь. Не проявляй ко мне неуважение, пожалуйста, я тебя ничем не оскорбляла. Наоборот, ты комплимент. Какой-то сомнительный. Мне не понравился. Я здесь. Я лечу. Да я ж, ну я ж сказал, послушай, что же. А кому там надо посуду мыть? Ты застрял, по-моему. Ты вара, не посудомойка. Здесь все в одну в череп, влейтесь всей толпой. Чего вы все разных бьете? Секунд, подожди, тринки-то хоть откатят. 30 секунд. Нет, поставь, куда их поставить, этих магов. Убила. Thank you.
залил. Ручники, тяните этого киглера. Сразу не бегать. На карте летела и потом, видимо, выкинула. Интернет, наверное, висит. Вон там гильдия кто-то просился. Привет всем. Выведи мимо. Это нормально, ты когда в страхе был, было мимо. Самый грустный. Сейчас он топ 2. Садонами? Хоть бафы по вару, каску ему там накиньте, что-нибудь типа того. Пал, это уже по себе. Ца, влейте всей толпой. Заберите сроги. Выбрал.
Давай заберу одну. Юльки висит 11 минут АФК, у Лилу 7 минут. Там 8 два танка обязательно. Так, в принципе, еще и ребаф, шкаф. Что говоришь? Ну давай в ДД спешим. Каску по себе полы. Он бафни по себе каску. Это лаза был, да? Вы маги ходили уже? А, понял. По присту каску он бы 5. А палой каску по себе, блядь, бафните. Конец. Новое окно. Ладно, нажимаешь, типа, создать дополнительное, типа, новое. Так, но новое окно, когда создается, оно в самое крайнее получается.
ну, правее. Поменяй наоборот чаты. Вот и все. В том, в новом сделай то, что тебе надо, а в этом оставь свой напул. Или что там тебе надо. Короче, местами поменяй их, и все. Включи его галочку, убери с поиска спутника. Про! В смысле, кто второй там был по агро? Морфис был, убил его. Пускай, наверное, Гера дадут. Он же еще по рейнже, а если она далеко стоит от гимна, ей не засчитает его. Риска стоит, и у нее 10% маны или 5, то ей зальет обязательно. Какая фигня.
Всего тебе хорошего. Помни уроки, Прор. Мне аспект или в ДД оставаться? На земле. Я просто слышу, сразу спекаюсь. Я думаю, я успею переодеться и спекаюсь. Кстати, я не умею, научишь? Погоди. У меня что-то нет такой кнопки. Да. Так, нашла особые возможности. Дальше. Тыкните этому Року. Галочка стоит. Стоит. Да. Есть. И просто в это окошко весь свой хилос хочешь вот перетащить? Удалишь. Так, это я сейчас сохранила хила, потому что я в хиловском. Ого. А мне надо Элему сохранить, чтобы быстренько переодеться. Моя кровь принадлежит мне, его, и запределье будет моим. Чё, я танчу, начинаю. Вот, все тут, чё ты сумонишь? Теперь эскейп всегда буду ескап называть. Эскайп. Ескап. Программировать? Был.
огня просто надо выйти вот всей толпой и все. Играл Гарри Поттер на телефоне? Блин, прекращает то время. То есть это нового его английского, да? Так и хочется Войда спросить всю клаву, чтобы он назвал так по очереди что-то еще интересное услышать. Ты специально, то есть это так говоришь. Это воспоминания из прошлого. Да неуважение парню отдаешь. Чтобы все помнили. Там, по-моему, солнечные часы нет. Почти часы. Мы два танка будем бить, да? Слышь, а метки? Скорее всего. Я смотрел предпоследнюю часть прохождения. Или в последнюю, где он топориком кидается. Как меня это оружие бесило. Вот последний, который на PlayStation вышел, вот это там, где мужик тогда бит какой-то. Полуголый, блин, бог какой-то.
Ну потому что ее на ком бесплатную выпустили. Давай, поставь. Укури. Беги ему до грядор. Ну он тогда сделает. Яру, не. Они сказали, что это говно. Деревня Листа. Делаем ставки. Пан или Джованни? Кто будет на втором месте? Нет, на втором. Там равная битва была. Взломан, надо профу убить, да? По танкам. 5000. Семеру дам, 8 там, максимум. Но у меня... Но
мне даже танком там нечего делать, мне там сложно. В десятку сейчас никто не хочет сходить. Кому говоришь? 5 потов на жетоны воина за пределе. Вот это мне фартануло. А мне как фартануло, я вообще квест не взяла. Снимайте вот интервью это... и потом крутите. Один момент, я дала 9.2 в хилошмоте, у меня не переоделось нифига. В Элеме я даю 12, поэтому... Нет, просто дело в другом, когда я спекнулась, у меня панели сменились, и те кнопки, которые я вынесла, остались на панели хила. И вместо того, чтобы ткнуть по кнопке переодевания, я ткнула под живс. Надеюсь, мне это не часто понадобится. Сильно сомневаюсь.